Что ведь наших молодых еще нет? Мотор, мотор. Ну, здравствуйте, 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 наши дорогие телезрители. Не ждали нас? А мы пришли. И снова рады вас видеть. Здрасте вам. Так хочется петь. Привет, ромашки. У нас утро. Утро у нас началось, конечно, позитивное. Ну, так, само по себе просто. Веселеньким. Утренний кофе. Кофе, чай. И слойки с творогом. Ну, так, решили. Или это ватрушка современной сети. Слегонца потрапезничать. Угу. Ватрушка с клубникой или с Викторией, не знаю, как она правильно называется. А везде по-разному, ее называют клубника. Это в наших краях ее Виктория. Клубника, да, еще называется. Клубника тоже есть такая ябеда. Так что приглашаем вас позавтракать. Позавтракать, так слегка, да. Мы ведь не выспавшись, помятые. Ну какие есть с утра, да. Все такие с утра. С какой ноги встали, стой и будет. Ну что, приятного аппетита, приятного просмотра. А мы начинаем. А мы начали. На старт, внимание, марш. Я даже тебе... Ты что, сахар что ли? А ты что, без сахара? У меня кофе без сахара, с лимоном. Все как обычно. Так. Сколь столовых ложек-то? А ты, ну у тебя я понимаю, у тебя же на подсчете все. Ты знаешь? Я это забыл. Чувак, не знаю. Оказывается, в прошлый раз... Чего? Я тебя довела, и ты на меня наорал. Представляешь? Наорал? Да ты что? Да. Это нет, это совсем не то, что вы подумали. Вообще. Дорогие телезрители. Поэтому я сегодня не буду так капаться, я сегодня буду молчать. Ты молчать? Да. Нет, не получится. Потому что у Оли это невозможно. Как это так? Есть и молчать? Нет. Это божественно. Да ну. Да? Да ты чё? Правда, что ли? Это у нас просто нормальный, естественный тон. Не подумайте лишнего. Да и ничего. Я он тон повысил, он уже не вот наорал. Я же не орал, ни на кого не орал. А вот это вот наорал, знаешь, на что похоже? Извините, что за столом. Чего? Ну что, пернее, скажет, обосрался. То же самое. Хорошая поговорка, а? Ну да. Я смотрю, ты веришь в них. Ну я тоже отчасти. А ты поговорки, что ли, уже знаешь теперь? А в прошлый раз спрашивал. Ну-ка, что такое? Так, ты докапывалась в прошлый раз просто ко мне. Да не докапывалась. Вопросами я имею в виду. Да, все, молчу. А ты не молчи, а то дракон может пролететь и хвостиком задеть. Угу. Поняла? Угу. Вот так вот. Так, 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 так. Как тут неудобно немножко, ну ладно. Ну сделай, как тебе удобно. Нам везде удобно. Саш, сделай, как тебе удобно. Да ничего, нормально. На это все равно ставить нельзя. Так что... Так. Только на пол не сорить, кур нет, чтобы вызвать, собрать. Кур нет? А-а. Как ты нет? А мы закажем. Сейчас же, пожалуйста, плати, все будет. Так, ладно, попробуем. Да, вкусно. Божественно. На что я не люблю вот эту творожную начинку и все. И прям с удовольствием. Ем. Угу. Я люблю, чтобы начинки много было. А тогда ты хочешь сказать? Тогда. Ну, в предыдущие разы. Что-то ел без удовольствия. Угу. Че, не сладенько? Угу. А я привыкла вообще без сахара. У меня было раньше время, я вот тортики, пироги, с осенним сладким чаем. А я помню, что на диете сидела, и там надо было по утрам. А сейчас куда у тебя это время? Черный кофе пить без всего. И вот я привыкла, и ее уже все теперь. Мне кажется, все это очень сладкие.
Что-то я тортики давно не пекла, не как я. Какие? А ты будешь есть? Угу. Почему я их не ем-то? Потому что у нас они редко пекутся. Да. Ему вместо тортика лучше селедка. Ну, лучше торт из селедки забацаем. Соленый, да. Кстати, сегодня надо будет разморозить нам селедку. И наконец-то ее засолить. Ой. Никак все. Сначала декабря морозится. А, замерзла, что и будет там. Сколько мы сэкономили, а? Вот если это все купить. Почем они? Не знаю. Таких, может, и не продают. Именно таких. Эти даже не горелые. Какова красота. Какова красота. Врага-то хороша. Значит, такой будем брать теперь. Угу. Ну вот ягоду я положил сверху. Я что-то вкуса не понимаю этого. Для красоты. Ну да, компот там сварить, ничего ли. Ну вот ягоды. Ты как думаешь? Можно. Чего можно? Я говорю, для чего? Сварить. А. Компот. Это я. Смысл? Ягоды наверху. А. Она все равно, смысл-то? Да. Видишь, она осела и некрасивой стала. Значит, для украшения. Угу. И в тортиках, я не понимаю, вот эти свежие ягоды добавляют. Меня прям это аж коробит. Но они же окисляют, и ну не то все это. Я с ягодами не делаю. Кисленькая ягодка-то. Ничего они там не окислю. Не боюсь. Мы сейчас прогуливались, такие сугробы на улице, вы не представляете. Как Уральские горы. Угу. Пройти нельзя. Особенно около торговых центров, Магнит, Пятерочка, как каша. Капец. Ну хорошо, хоть основная дорога вычищена. Большое дело. Чё? Ну, понравился ягода? Слова-то есть. Есть. Она же заморожена натурально. У меня все натурпродукт. Фуфло не делаю. Но... Ну ты мне в чай-то счесываешь все тут. Чего? Не на бок. Блох. Я ж не вперед. Каких блох? Не знал.
Кстати, тебе стричься пора. Да надо. Раз Оля боится стричь, пойду парикмахер. Да я не боюсь, мне просто неприятно это. Ну, не люблю. Но придется. Вот я не знаю, съесть еще не съесть. Или остановиться лучше. Хотя мне нравится. А куда все прикажешь? Давать-то. Так че еще полдник будет, что ты? Ну еще по одной-то можно. Да? Разрешаешь? А то ты спросишь. Уж не такая я обжора. Ты какую будешь? С ягоды или без ягоды? Не знаю, надо с ягоды. Да. Ну и можно вот это. Ты наешься одной или пополам ее съедим? Угу. Что там есть-то? Давай, бери. Вот у меня сейчас разум там борется. А у меня сейчас степ есть. Еще степлер есть. Еще у нас Новый год продолжается. Я прям даже что-то не знаю, как мне поступить-то правильно. Ешь вот это. Или половинку. Так кисленько. Кисленько маленько, а тут нема, да? Кислоты-то. Ну как хочешь, я вот эту, я пока ты тут думаешь. Просто потом ты будешь ту есть, а мне ее не будет, мне ее тоже захочется. И тебе придется делиться со мной. Если это, не прогадаю. Творог кто-то хороший. Я уже говорил вроде, да? Любимая, ты говорила. Кстати. Постой. Я обещала показать, что я вижу. А ты же обещала. Обещание надо держать. Красивый поросенок, блин. Все сшибашь на ходу-то. Короче, я начала вязать медвежонка, но мне чуть походу на собаку похож становится. Да голова только большевата, а так ничего. Все, нос набьется, морда вот эта, уши будут, руки. Короче, я не знаю, я хотела медвежонка, а мне кажется, собака получается. Ну, зато симпатичная. Одно понятно, что это будет девочка. Вот. Это я с пинетками отдам. Вроде нормально. Нельзя так делать. Чего? Простите, творог попал не в то горло. Не хлопают. Как не хлопают? Наоборот, когда кашель. Да? Что значит, нельзя смеяться во время еды? Ты чё ж смеёшься? Что ж? Да еще без причин.
Блюдце у нас хорошее, да? Раньше пили самовар из блюдца. Нет, пили только состоятельные. А крестьяне вечно с пригоршей. С погом еще растой. Ты чего? Там это разжигает. А, кирзовым. Которым там нога не мылась года полтора. Ну почему чуть баню всегда топили? Ну, дед все равно все осталось. Саш, сапог был специальный для самовара, а не тот, в котором ходили. Слушай, ты так буквально понимаешь? Кого как? А у кого-то и в нем ходили без самовара. А где в то время сапог набраться? Не, сапоги специально были. Была дух, разруха. Там яловые. Времена кровь. Тяжелые были. Ой. Я не могу. Над тобой. Ой, кажется, я... Ну что, попил? Чайку-то попил? Я кофе попил. На обед у нас этот суп из кильки в томатном соусе. Легкий супчик. Будем доедать, вчера варили. На ужин что у нас? Не знаю. А на ужин, может, лапшички молочные сварить? Ну, чтобы сварить... За молоком сходить. Корову подоить. Корову-то нема. Закатайте рукава, да? Угу. Уже закатал. Ну что, да, нормальненько, мне кажется, вот ребенку хорошо. Ну такая мягенькая. Ну, ушки еще. Ушки и рушки. А хвост, слушай-ка. Или не надо хвост? А кто его там за спиной-то? А вдруг-то под юбку заглянет. Да не, не будет без хвостика. Не, ну в общем это. Типа собака-медведь. Котопёс. Смотри. Ку-ку. Ку-ку. И это кто там? И так много. Ой, сколько людей. Люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно, пойду дальше вязаться. Пока. Она раньше кукольником работала. 4 года назад. Было дело. Бывает, включается иногда. Да, самопроизвольно при том, что... Независимо от обстановки. Да. Особенно где ты стоишь, где народу много и начинаешь. А это чего такое? Особенно где много стоит народа. Ни с того ни с сего засмеяться. А это для чего? А зачем все стоят? И сразу так смотрит, тетка там, крыша поехала. А я... На этой позитивной ноте будем с вами прощаться. Но ненадолго. А до новых встреч. И пока.